на вас, на игроках Федя Эйни, и на Коваленко. На Коваленко будет задача стараться это препятствовать максимально. Тренер уже обращал на это внимание, что на вас будет ложиться такая дополнительная нагрузка? Да, там собраны игроки техничные и быстрые, поэтому будет тяжело. Завтра тренер подскажет нам, как играть сейчас на тренировке, и мы будем стараться выполнять его требования. Бачите, з нашими гравцями, які грають в Бельгії, чи давали за тим поради, як обіграти ген? Нам тренер лучше розказує. Друзі, ми розговорювали з Руслана, з Андрієм, з Вовою там. Всі хорошо відзувалися до цієї команди, хорошого качества сказали. Ну, що буде хороша гра, як і ми, і вони грають в комбінаційний футбол. Атакуючи. Ну, будуть Максим, Гент играет три защитника. Вспомни какую-то игру, на основании какой игры вы рассматривали введение завтрашнего матча? Лично мне, наверное, не приходилось еще играть с командами, которые выступают в такой физической схеме, как Гент. Но мы разбирали игру, и тренер показывал нам на их сильные стороны, указывал, как надо против них играть. Я думаю, что мы хорошо разобрали соперника. И будем стараться завтра получать добывание положительный результат. Добывай. Еще вопрос? Обязательно. Давайте ваш вопрос, чтобы не вдохнуть. Я же забыла, что это так. Я как бы надо сразу круглый их вздумать. У вас, Макс, уже своей красоты закинулись. В групповом этапе Лиги Европы Шахтаж не пропустил жодного мяча. Хочеться, щоб команді надалі так от продовжувати, встановити, зберігати ворота недоторканими. Ну і в першому матчі була перемога 1-0, а в другому 2-0. По ідеї, завтра має бути 3-0. Звісно, ми хотіли б зіграти завтра матч ззаді. Продовжити другу серію нашої Ліги Європи. Ми повинні бути збалансованими у всіх лігах завтра, як защиті, так і по защиті, в атаці. Ну, хотелось, чтобы ваши пожелания исполнили. Максим, где сильная сторона Гента, тренерский штаб показал в первую очередь? Ну, у них своеобразная тактика, 3-5-2. Больше всего, на это непривычно, так как мы раньше играли с командами, которые играют по другой практически. У них хорошие атакующие игроки быстрые. Команда техничная играет в футбол, комбинационные. Качество указывал тренер, мы разобрали разбойник. Кого из близких клиентов можешь выделить, кто больше всего после работы помнится? Наверное, коллективные действия команда. Я не сказал, что кто-то выделяется там. Все игроки хорошего, высокого уровня. Спасибо. И через несколько минут будет открытая 15 минут для журналистов. Всем спасибо.